Саша Зайцев, студент вуза, и к Насте он испытывает чувства, но он не в курсе, как себя вести круто перед главной умницей и красавицей института. Саша дико робкий и нерешительный, и поэтому так стесняется подойти к ней, ведь когда она рядом, даже говорить затруднительно, приходится ждать, чтобы эмоции подутихли. Но если вдруг что-то бьет его по голове, или же в глаза ударяет яркий свет, или, например, оглушает громкий звук, он становится Федором, который очень крут. Решителен и полон сил, разрушителен и непобедим. Он альфа-самец и сам себе господин. Зайцев плюс один. Им будут наказаны хулиганы, ему будет принадлежать сердце любимой дамы. Он точно будет в институте самым популярным. Зайцев плюс один. Им будут наказаны хулиганы, ему будет принадлежать сердце любимой дамы. Он точно будет в институте самым популярным. Зайцев плюс один. Федор много жестит, он дерзкий тип. В голове Саши сидит где-то лет шести. Фору к психотерапевту идти, но тот говорит, избавления нету, прости. Зато с диагнозом раздвоения личности никак не получается обычный стиль жизни вести. Циничность Федора наперекор Сашиной ботаничности. По поводу настенной любви дает кучу перспектив. Но если вдруг они будут сотрудничать наравне, то положив конец войне, получит вдвойне. У Федора куча энергии, у Саши море идей, а девочки любят умных плохих парней. Решителен и полон сил, разрушителен и непобедим. Он альфа-самец и сам себе господин. Зайцев плюс один. Им будут наказаны хулиганы, ему будет принадлежать сердце любимой дамы. Он точно будет в институте самым популярным. Зайцев плюс один. Им будут наказаны хулиганы, ему будет принадлежать сердце любимой дамы. Он точно будет в институте самым популярным. Зайцев плюс один. Им будут наказаны хулиганы, ему будет принадлежать сердце любимой дамы. Он точно будет в институте самым популярным. Зайцев плюс один.